В городе прошел ежегодный фестиваль красоты и творчества Brilliant Fashion Day. В проекте приняли участие более 150 детей, а также дизайнеры из разных регионов нашей страны. Подробности в следующем видеоматериале. Грандиозный проект Brilliant Fashion Day прошел в городе с участием творческих детей, дизайнеров из разных регионов и городов. Вниманию гостей были представлены и коллекции из Турции. Также стоит отметить, что в мероприятии приняли участие дизайнеры городов Актау, Атырау, Шымкент, Уральск, Нур-Султан, Алматы, местные дизайнеры из города Семей и модели школы из города Усть-Каменогорск. Как рассказывают организаторы проекта Мадина и Назира Эдельбековы, к этому волнительному дню они готовились 2 месяца и надеялись на грандиозное шоу. Тем более, что участниками событий являются талантливые и креативные дети. Хотим сказать, что каждый ребенок, он уникален, и каждый ребенок, он достоин стать звездой нашего проекта. Brilliant Fashion Day – это наш авторский проект, и этот проект принимает только самых ярких, самых талантливых детей. Родители рассказывают, что школа творчества и модели Brilliant поспособствовала всестороннему развитию их детей. Это немаловажный, волнительный для нас день, когда у ребенка дебютное выступление на масштабном фестивале, отмечают они. У меня занимается дочь, уже занимается 5 лет. Очень нравится мне наша школа модельная. Много полезного для красоты, для девочки. Сегодня мы представляли дизайнерскую одежду Чечены Дурадовой. Она прошлась, и вот нам дали такую красивую золотую награду звездочку. У меня здесь занимается дочь. У нее сегодня дебют, она впервые показывает 3 показа у нее. Ежегодный фестиваль красоты и таланта Brilliant Fashion Day дает возможность каждому ребенку сделать шаг навстречу своей мечте. О возможностях и перспективах модельной школы и проводимых шоу рассказали и участницы фестиваля, которые приехали из города Усть-Каменогорск. Также они поделились своими впечатлениями. Все отлично. Впечатления большие, хорошие. И раньше поток. Самый первый был показ коллекции Сельсаги из города Актау. Я участвую в Brilliant Models уже 4-й год. Дизайнеры, неоднократно участвовавшие на показах в разных странах, поблагодарили организаторов проекта за прекрасное шоу. Стоит отметить, что подобная практика, когда приглашенный дизайнер демонстрировал свою коллекцию, была опробована на шоу впервые. Модельному агентству Brilliant Models очень большая благодарность. Детей очень грамотно поставила, что они прям вышли, показали себя, это очень хорошо. Победители республиканских и международных конкурсов красоты завершили фестиваль грандиозным дефиле, а всему коллективу были вручены благодарственные письма. Талшо Шакыртхан, Диана Туйлиева, Кайрат Кужахметов, телеканал «Семей».